Проверим, влияет ли температура жидкости на распространение молекул в ней. Для этого мы возьмем два стакана. В один из них нальем холодной воды, в другой горячий кипяток. В оба стакана опустим по пакетику с чаем. Давай. Раз, два, три. В стакане с горячей водой уже начало происходить окрашивание. Значит, здесь оно происходит быстрее, чем в стакане с холодной водой. Вывод. При повышении температуры скорость молекул увеличивается, и диффузия происходит быстрее. Потом из второго стакана снова отольем раствор уже в третий стакан с чистой водой и снова перемешаем. В этом стакане вода будет окрашена еще слабее, чем во втором. Давайте еще немного добавим сюда. Мало концентрированно. Еще немного добавим сюда. Да. Тут теперь больше видно фиолет. Нет. Поскольку в воде растворили очень маленькую крупинку гуашь. Эту только... воду нет. Можно. И только ее часть попала в третий стакан, то можно предположить, что крупинка состояла из большего числа. Вот эта крупинка, которую мы добавили сюда, состояла из большего числа мельчайших частиц. Готово! Вывод, вещества состоят из очень маленьких частиц. У нас готово.